Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш джазовый марафон, джазовый век России, этапы, события, достижения. Я очень рад, что сегодня набралась такая замечательная публика. Вас много, и вы пришли не напрасно, потому что сегодня будет один из выдающихся концертов на этой сцене. Я в этом абсолютно уверен, и я надеюсь, что вы мне тоже верите. Хочу сказать несколько слов о том, что будет в ближайшее время проходить в этом зале. 1 ноября на этой сцене будет выступать трио под управлением Валерия Гроховского. А также и симфонический оркестр музыкального училища имени Гнесиных под руководством заслуженного артиста России Виктора Луценко. Мы будем играть музыку Гершвина весь вечер. Будет звучать и «Голубая рапсодия», и концертная фантазия для джазового трио и симфонического оркестра, и много-много другой замечательной музыки. 2 ноября на этой сцене будет выступать легендарный оркестр «Фонограф» и его создатель Сергей Жилин. Надеюсь, что вы тоже посетите. 9 ноября здесь произойдет еще одно событие. Здесь будет выступать оркестр, джазовый оркестр имени Олега Лундстрема и его художественный руководитель Борис Фрумкин. Ну а 18 числа на этой сцене будет выступать Валерий Гроховский и его трио в программе «Классика в джазе», а также Народный оркестр училища имени Гнесиных под управлением Владимира Шкуровского. Здесь будет такая мировая премьера аранжировки музыки Цфасвана, концертной джазовой сюиты для фортепиано и в данном случае и Народного оркестра. Так что это будет очень интересно, я надеюсь. И я вас всех, конечно, жду и приглашаю. А сегодня на этой сцене это такое, на мой взгляд, музыкальное явление 21 века. Это человек, который обладает безукоризненным вкусом, который учился в училище эстрадного джазового искусства на Ордынке у Михаила Моисеевича Окуня. И продолжает свою карьеру. Закончил, по-моему, Ростовскую консерваторию, преподавал. И сейчас очень много гастролирует. Это, конечно же, замечательный, удивительный Олег Акуратов. Я приглашаю его на сцену. Сергей Корчагин, Омар Саидов и Олег Акуратов. Пойдем. Олег Акуратов, Сергей Корчагин, Омар Саидов. Концерт в одном отделении, и это жаль. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Добрый вечер. Спасибо большое Валерию Гроховскому за то, что он пригласил сюда и дал возможность выступить здесь, в Российской Академии Музыки имени Гнесиных, в таком прекрасном, таком шикарном концертном зале. И все это будет происходить у нас сегодня, в канун столетия российского джаза. И, как вы понимаете, сегодня концерт нашего трио. Мы сегодня подготовили очень интересную программу. Все это в джазовом амплуа, но с различными направлениями музыки. Сегодня будет несколько авторских произведений. Вот, и будут также и джазовые композиции, и джазовые импровизации. И сегодня мы это будем делать в трио в составе Омар Саидов на барабанах,
И Сергей Корчагин на контрабасе. И все это трио Олега Акуратова. Мы начнем с композиции оригинальной, которая мне приснилась, и она как раз, композиция посвящается Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Это все связано с народной музыкой. Дело в том, что я очень сейчас в последнее стал время увлекаться фольклором, и все это объединять в джаз. Поскольку сегодня российский джаз отмечает столетие, то мы сейчас с удовольствием сыграем вам эту композицию. Написал ее я. Основана на русской народной музыке. Она называется «Народница». Здесь прозвучит для вас впервые. Есть второе название этой композиции – «Барыня блюз». Небо дитя меня молодого. Раным рано на заря вы когда тогда меня будите, когда солнышко взойдет. Вы тогда, меня будите, когда солнышко взойдет. Солнце красное прогляне, раз на землю падете. Солнце красное проглянет, раз на землю впадет. Раз на землю падет, пастух выйдет на лужок. Пастух выйдет на лужок и заиграет ворожок. Ой-ля-ле, ой-ля-ле. Хорошо пастух играет, выговаривает. Выгоняйте вы скотину на широкую луговину, выгоняйте стадо в луг, да становились девки в круг. Одна девка весела, да в хорову плясать пошла. Она пляшет, рукой машет, пастушка к себе зовете. Пастушок, выйди, выйди, пастушок, и выйдя миленький, я дрожа.
веники, веники, на веники, помелики, да на печи валялись, это с печи оборвались. А ком говорила, я говорила, говорила, а потом Рогнесинку забыла. Расскажите про докупки, про копии, про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои. И Карлу, Клару, крал, Карало, Клару, Карлу, Клар, Кларнет. Шит колпак, да не по-колпаковски, надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Сердце нашего народа, как всегда, поет душа. Нам не нужен даже повод, если песня хороша. Народница! Аи! Спасибо! Сергей Корчагин! Омар Саидов! Спасибо! Спасибо большое. Ну а теперь от народной музыки плавно переходим к вальсу. Сейчас мы сыграем вам авторский вальс, который тоже связан с Российской академией музыки имени Гнесиных. И также он связан со столетием российского джаза. Потому что здесь преподает прекрасный человек, музыкант, потрясающий Валерий Гроховский. И, конечно же, мне хочется сказать о том, что этот вальс я посвящаю, мы посвящаем ему. Вальс называется «Вальс для Валерия Гроховского».
Спасибо большое. Спасибо огромное. Это был вальс для Валерия Краховского. Омар Саидов, Сергей Корчагин. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот чувствуется такой теплый, хороший, очень приятный по публике зал. Спасибо. Спасибо огромное. Сейчас мы сыграем композицию, которая была написана в 1957 году. Ее написал великий саксофонист Джон Колтрейн. Это уже джазовая классика. Пьеса была написана в деревне Гнесинка Московской области. Да, и вот эта пьеса называется «Moment Notes». «Быстрая заметка» из одноименного альбома Джона Колтрейна.
Спасибо большое. Moment notes. John Coltrane. Провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. Как ни крути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни крути, разлуки дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трав. На самом краешке причала стоишь ты, голову задрав. Вода качается и плещет, разделяет нас вода. Но видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Башенки вокзала,
и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, не то, что рельсы в два ряда, и провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода, 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 кругом вода, кругом вода, 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 шумит вода. Спасибо! Спасибо огромное! Что-то с микрофончиком случилось. Что-то с микрофончиком случилось. Хочется его поднять. О май гад, бэйби. What the for the microphone? What the fucking baby? Let me sh... До, соль, ми, бемоль, ми, соль, си, соль. До, до, соль, си, ля, соль, фа, ми, бемоль, ре. До, си, грязная, си, ля, бекар. Ля, соль, бемоль, фа, диез. Фа, ми, бекар. Соль, ля, соль, фа, грязная, фа, грязная, фа, грязная, фа, чистая, фа, чистая, фа, чистая, фа, чистая, ми, бекар, ми, бекар, ми, бекар, ми, грязная, ми, 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 чистая, ми, грязная, ре, ми, фа, соль, ля, соль, фа, соль, ми, си, ре, до, соль, соль, ля, соль, фа, соль, си, ля, соль, диез. Соль, ми, ре, до, да, 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 да. Эй! По Мадалове! Sweet sexy girl! In the morning sunrise, the light of love comes sailing into the newborn day. Twice a flaming, the dollar glow of sunrise, burning gas is sailing, we'll float it all the way. For the passion.
passion, that thriller, and that's the heart of heaven. Oh, the passion's that killer, lift your heart of hell. So end this story, self-light, as in the evening sunset, the life that gave you glory. We're taking all, taking all, taking all, taking all the way. Oh, Mr. Lover, lover man, love came to me, gave and tender. Love came to me, sweet surrender, into romantic splendor. Fickle with she and clever, fickle with she and paper. So would it be together forever and ever? Yeah, me say, boom shakalaka. Me a Brahman, I love him as a boom shakalaka. Dead fuckers on your dot when you're climbing. Ba-ba-ba, the mountain, me bring me comes him, the kim, the red, the season. But me a shine a door, shine a buck on the slow. Cause a monkey love your spirit. So on a floor, can't follow me no. Blue season, equal advice. Oh, if we can the monkey, but find me pretty wise. Come follow me, no one. Blue season, equal advice. Oh, if we can the monkey, but find me pretty wise. Come follow me, no one. Find me now, pay my 20 minutes. Put your mouth to the house, open the break me. I say, I'm up to the girl, yeah. To the right, even up to me, that find your fight, yeah. As I'm the man in sand race, the light of love concealing. Sir, you better take it all the way, yeah. So, I say, flaming, flaming with the big glow of sun rays. Wanna burn and catch the ceiling, yeah. We're flood, and you take it, take it, take it, take it, take it all the way. All the passions of thrill, and let your head of heaven. For the passions that thrill us, lifted on a veil. So end this story softly, said the judge of sense, the light that gave you glory, breaking all the way. So take it all the way, yeah. Take it, take it all the way, yeah, baby. Take it, float away. So, talking about the love. So, talking about the love. So, talking about the love. Why? I miss a love lover. Gonna be miss a love lover, yeah. Miss and miss a love lover. Ooh, I miss a love lover. Oh, yeah. They say lover, lover, I miss a lover, lover. Спасибо. Сапли. Сергей Корчагин. Антрабас. Амар Саидов. Барабаны. Спасибо большое. У меня в этом году вышел альбом под названием «Лови волну». Дорогие студенты, кто не слушал, советую послушать. Обязательно. Обязательно у меня есть альбом даже в интернете, и даже есть виниловая пластинка с этим альбомом.
Есть у меня также он на Яндекс.Музыке, вы можете его зайти туда и послушать. Я сейчас хочу спеть несколько песен из этого альбома. Я хочу спеть одну замечательную песню, которую написал великий французский композитор Мишель Легран. И он написал не только музыку, но и слова. Она называется «How do you keep the music playing?» «Недолго музыка играла, недолго пел аккордеон». Переводится по смыслу. The song from fading too fast. How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you knock right out of new things to say? And since we know we're always changing, yet can it be the same? And tell me how year after year will surely heart will fall apart each time you hear her name. Best of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it goes, with any love then I suppose the music never of lovers, yet be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it goes, with any love then I suppose the
Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо огромное! Спасибо! Спасибо большое! Мы сейчас с вами такую проведем эксперимент. Я хочу с вами немножечко повеселиться. А повеселиться в таком плане. Сейчас мы будем с вами читать ритмические стихи. Ритмические стихи под названием «Аромат солнца» написал Константин Бальмонт. Константин Дмитриевич Бальмонт, прекрасный поэт, сейчас мы с вами будем играть в таком образе. Я повторяю, делаю фразу, задаю фразу, я читаю фразу, а вы повторяете за мной. И все это будет в таком темпе. Внимание, сейчас попробуем. Единственная одна вещь сейчас будет, там в одном месте будет слово «нет, не вздор». Его будем произносить таким образом. «Нет, не вздор». Понимаете, да? Вот, и сейчас попробуем это сделать. 3-4. Даю такой темп. Внимание. Внимание. Не спешите. 3-4. Запах солнца. Что за вздор? Нет, это не вздор. Солнце, звуки и мечты. Ароматы и цветы. Все слились в согласный хор. Все сплелись в один узор. Солнце пахнет травами. Свежими купавами, пробужденною весной и смолистою сосной, нежно-светло-тканными ландышами пьяными, что победно расцвели в остром запахе земли. Внимание, сейчас. Солнце светит звонами. Листьями зелеными. Дышит вешним пением птиц. Дышит смехом юных лиц. Так и молви всем слепцам. Будет вам не узреть вам райских врат. Есть у солнца аромат. Сладковнятный только нам. Зримый птицам и цветам. Молодцы! Молодцы! Оказывается, слух у вас очень-очень прекрасный. Особенно сделали вы мою просьбу, выполнили. Спасибо большое. Спасибо. И сейчас, не отходя от солнечной темы, мы сыграем композицию, которая тоже вошла в альбом «Лови волну». Часть композиции, часть песен, которые туда вошли, в этот альбом, принадлежат и мне, и Михаилу Савину. И вот сейчас... наша совместная песня, Михаил Савин, стихи Константина Арсеньева. Константин Арсеньев тоже прекрасный поэт был, который писал и пишет для многих исполнителей поп-музыки. И сейчас мы сыграем песню, которая называется «Солнце на ладони». Солнце на ладони я держу,
солнце греет все вокруг. Я дышу, и я слышу небо, и я вижу солнце, яркий свет, прозрачный свет. Солнце на ладони я держу, знаю, скоро ты придешь, я же жду. Солнцу нужен ветер, теплое дыхание твое, счастье твое. Каждый день, важный день, словно карусель мелодий. Каждый день, важный день, к нам приходит и уходит. Каждый день, важный день, карусель мелодий вихрем. Подарю я тебе солнце на ладони. Солнце на ладони, целый мир окружен планетами. Это мы. Тут же светит ясно, спасибо большое. Омар Саидов, барабаны. Сергей Корчагин, контрабас. Спасибо большое. И еще одна песня из этого же альбома. Очень прекрасная песня на стихи Михаила Танича и Игоря Шафирана.
Дело в том, что Михаил Танич сказал Шафирану, что надо заменить строчку. Ни на баяне, ни в Панаме, ни в Занзибаре, ни в Варшаве. А мимоходом, мимолетом, теплоходом и, конечно же, самолетом. Спасибо большое. Ходит песенка по кругу. И сейчас мы ее с удовольствием вам сыграем. Песня сочинилась, и со скоростью ракеты в то же утро очутилась на другом краю планеты. Мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Эту песню можно было петь с конца и петь сначала. Просто солнце в ней светило, просто речка в ней журчала. Мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом, адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу, ходит гнесинка по кругу, потому что круглая земля. И как небом с каждым встречным можно песней поделиться. Мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом, адресованная другу, ходит гнесинка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу, ходит гнесинка по кругу, потому что спасибо большое. Омар Саидов, Сергей Корчагин. Got a shame on sweet Georgia Brown. I do let feet, but also need your sweet Georgia Brown. Tell the side is on the flight, it's sweet Georgia Brown. You tell me just why. You know I don't lie, not much. It's the same, why it's a shame, why sweet Georgia Brown. Since the game, why it's a shame that she cooling down. Oh, fellas, she can get her fellas. She ain't met Georgia clean and Georgia green. Oh, sweet Georgia Brown. Oh, yeah. Ding 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 ding
Сергей Корчагин. Олег Акуратов. Спасибо. Спасибо вам за все, за свет, за теплоту, за добро, за счастье, за теплый, большой сердечный прием. Спасибо большое. Спасибо огромнейшее. Счастья вам, здоровья, успехов, большой любви. Да здравствует народная музыка, да здравствует джазовая музыка, да и да здравствует столетие российского джаза! Спасибо большое! Давайте еще раз поаплодируем музыкантам, замечательным Омар Саидов, Сергей Корчагин, Валерий Гроховский.
Спасибо большое. Хочется огромная благодарность, огромную, конечно же, хочется благодарность выразить Валерию Гроховскому за то, что он пригласил и дал возможность выступить нам здесь, на этой сцене, на этом прекрасном, в прекрасном, этом большом, хорошем, шикарном зале Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Спасибо огромнейшее. Спасибо. Еще не раз я вам буду к вам приходить и давать прекрасные различные концерты. Спасибо большое. Олег Акуратов. Браво! Акуратов.